Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Очень часто в нашей жизни происходят такие события, которые не просто задевают чувства, а реально влияют на наше мировоззрение и принципы, меняют модель поведения. С нашей героиней-медсестрой со штата Пенсильвания, которая ухаживала за больными на дому, произошла именно такая история. Она кардинально изменила ее жизнь, и об этом она рассказала в сети. Аманда долгое время работала медсестрой на дому. Ухаживала в основном за старыми людьми, которые нуждались в помощи. Заработок у нее был небольшим, и со временем ее это перестало устраивать. Она мечтала о светлом будущем и собственном жилье. Ей хотелось приобрести машину, а также иметь возможность покупать красивую одежду, обувь и посещать дорогие рестораны. Аманда считала, что нельзя довольствоваться малым. Всегда нужно желать больше и мечтать о недосягаемом. Она так и делала, только мечтала. Однажды она, как обычно, пришла к своему постоянному пожилому клиенту. Ему было очень сложно передвигаться, и он попросил медсестру вымыть его холодильник. Девушка согласилась. И вот она вошла на кухню и открыла холодильник. Увиденное ее шокировало. Там почти ничего не было. Ровным счетом ничего. Аманда растерянно спросила старика, кто ему покупает еду. Он ответил, что закупает продукты сам, когда есть деньги. И взгляд его наполнился слезами. «У меня просто отняло дар речи. Я еще никогда не видела такого пустого холодильника. В тот момент я поняла, что мои потребности – это желание, а желание этого старика – это потребности», – написала девушка в своем посте. Аманда вымыла холодильник и после этого ушла. Но она не пошла, как обычно, домой. Ее мучил тот факт, что там, в пустом доме, сидит голодный старик. Девушка взяла свои отложенные деньги и направилась в супермаркет за продуктами. Она купила столько всего, что когда пришла к старику снова, он не мог поверить своим глазам и заплакал. Девушка заполнила его холодильник, что он еле закрылся. Должно было хватить на несколько недель. После этого жизнь девушки кардинально изменилась. Она перестала мечтать о машине и дорогой одежде. Она стала больше думать о тех, кто нуждается в помощи. Аманда стала социальным работником. И сейчас она помогает таким же нуждающимся, как и ее пожилой клиент. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.